Во время встречи с жителями поселков Лазаревского района обсуждали вопросы безопасности, наведения порядка на придомовых территориях в рамках Всекубанского месячника, стартующего 1 апреля, и уборки мусора на кладбищах. Также подняли тему ремонта дорог. Анатолий Пахомов отметил, что в рамках национального проекта «Безопасные дороги» курорт будет ежегодно получать на ремонт дорожного полотна 830 миллионов рублей. Обновление дорожного покрытия пройдет во всех районах, в том числе и в отдаленных селах. Уже к маю будет сформирован список улиц, на которых пройдет ремонт до 2020 года. Летом составят план на следующий период. Проект будет реализовываться на протяжении 5 лет. Затронули на сходе еще одну актуальную для жителей тему. Уже много лет в Сергееполе нет клуба. Проектирование объекта начнется в мае, правда, при условии, что селяне полностью погасят долги по налогам. У нас земельный налог должны уплачивать 210 человек. Сумма задолженности 774 тысячи. Налог на имущество должны уплатить 197 человек. Сумма задолженности 333 тысячи. И транспортный налог должны заплатить 410 человек. Сумма задолженности 4,5 миллиона, миллиона рублей. Всего задолженность по Сергееполю 5 миллионов 700. Ну какой клуб строить? За счет чего я буду его строить? Мне 40 миллионов нужно вам дать на клуб. И я стараюсь это сделать. Надо же налоги платить. Среди проблемных в селах Лазаревского района также вопросы водоснабжения и уличного освещения. Все они взяты под контроль сотрудниками мэрии и представителями ресурсных предприятий.